И снова привет всем подписчикам. Сегодня мы будем дальше играть в игру Krampus is Home. Я в прошлый раз выяснил все-таки, где находится эта беседка. Оказывается, она находилась все-таки в том лабиринте, где я был. Но его надо еще пройти как-то. Ну, сейчас попробуем. Продолжить, собственно, я нажал уже. Не буду это комментировать. Так, мы сейчас находимся в той кладовочке, с которой надо как-то вылезти. Так. Во-первых, надо, как всегда, все. Перезарядил фонарик, взял водяной пистолет. Так. Вы не смотрите то, что я звук тихий сделал. Потому что я боюсь. Стоять. Сюда кто-то идет? Ой! Эльф! Эльф, 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 эльф! Чёрт! Ну все, он меня сейчас грохнет. Как пить дать? Блин. Ну это пипец. Я хрен с два выберусь отсюда. Так. Я здесь все собрал, ладно. Так. Стоять. Кто-то меня спалил. Олень? Нет. Ладно. Включим свет тут. Кто здесь? Олень или эльф? Твою дивизию, эльф. Ну, блин, не успел я достать пистолет. Почему я не вооружился пистолетом сразу, я не пойму. Щит. Вот почему Steam постоянно запускается? Не могу этого понять. Так. Во! Я вооружен. Эльф! Он сюда летит. Еще и олень. Ну, он меня сейчас грохнет. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Я бы через него не пролетел все равно. Так. Понятно, сюда постоянно прилетает эльф. Как мне от него отделаться-то? Если его хрена с два грохнешь. Ну нет, его остановить, но я не успеваю от него убегать за такое короткое время. Хорошо еще, что я взял самый легкий уровень сложности. Я представляю, что бы было на хардкоре.
Это ж вообще пипец был бы полный. Ой, олень пришел. Ну здорово, олень. Ты меня не пропустишь, я знаю это. Свет вырубили. Эльф, наверное, прилетел. Ну все, сейчас они меня вдвоем заколбасят. Ну блин, и как мне через тебя пролезть? Ладно, ты победил, рогатый скот. А почему ты меня не убиваешь? Вот он я, рогатый скот, грохни меня. Ага, блин, сейчас я вылезу, а там эльф. Да, вон он. Летит. Чертила. Кажется, эльф меня не заметил. Осторожно. Ай! Заметил все-таки. Ран! Так. Надо срочно валить отсюда. То сейчас либо эльф прилетит, либо олень прибежит. А этот эльф точно где-то здесь летает. О, вот. Дверь в беседку. Черт, эльф. Давайте-ка я просто по-тихому отсюда смотаюсь. Так, ну-ка. Ой, там олень был. Я ухожу в лабиринт. Беседка вон она, там. Я должен как-то до нее добраться.
Вот через лабиринт. Здесь меня эти падлы точно не достанут. О, батарейки. Подзаряжу-ка я свой фонарь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ё-моё, откуда эльф-то взялся? Я не понял. Прилетел все-таки, сволочь. А вон эльф летает. Похоже, что этот чертилы летит сюда. Ну ладно, сейчас я ему приготовлю сюрприз. Просто пролети мимо. Так. Олень? Оленя нет. Скорее в лабиринт. Ой. А вот и олень. Вспомнил говно, вот и оно называется. Еще какой-то ублюдок электричество опять вырубил. Черт, Олеша. Но я смотался. Идите все лесом. Блин, игра что-то у меня конкретно подлагивает. Наверное, от того, что у меня сейчас видос одновременно рендерится. Так. Никаких оленей, никаких эльфов. Хочу, чтобы так все и продолжалось. Если что, у меня есть заряженный пистолет против эльфа. Чё, олень? Да ладно. А, нет. Он уходит. Я вижу еще одну записку на том столе. Стоять. Там еще и эльф летит. Черт. Врубаем свет. Убираем фонарик. Стоять, или я его... выключил наоборот. А эльф вон он, сукин сын. Неужели эта паскуда прям сюда и летит? А, он сказал, я вижу еще одну записку на рабочем столе. Понял, он отсюда сейчас прилетит ко мне. Вот зараза, а. Да, вон он.
Сволочь. Попробуй от него спрятаться. Чё, спалил? Или это олень? Спалил ты меня, паскуда. Ну блин, я ж по тебе стрелял. Ну да, от этих паскуд хрен укроешься. Нет, я сделал не так. Мне надо было сразу взять эту... Сматываться. Сматываться. Так. С. С. Так. Идем. Смотрим, нет ли там эльфа. А эльф там есть. И, по-моему, он меня спалил. Чмырь. Включаем свет, убираем фонарь. А, нет, это олень. Ой, эльф! Ты меня спалил, чмырь. Вот тебе. Отстань от меня. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, блин. Закончились. Да чё ж я никак не смотаюсь? Так, и надоели эти лаги. Давайте-ка графику понижу. Так. Поставлю место низкое ниже. Возможно, поменьше лагать будет. Да невозможно, а будет поменьше лагать. Так. О, вроде получше. Эй. Вот еще размывается постоянно, когда я оборачиваюсь. Олени, блин, эльфы. Оп. Железный гад. То есть олень. Олень, кажется, он там ходит, вдалеке. Ой. Мне кажется, или эльф где-то здесь.
Да вроде нет. Тогда почему дверь была открыта? Так, читаю записку. Ты идешь со мной. Не пойду я ни с кем. Мне нужно поговорить с родителями, чтобы рассказать им, что происходит. Так, отлично, вот и чекпоинт. Никаких оленей с эльфами вроде не наблюдается. Так что давайте просто уберемся отсюда. Эльф! Чертила. Ну ты, блин... Меня сейчас грохнет. Ай, зараза, вот зараза. Ну, тут хотя бы я на чекпоинте остановился. Сейчас я в этой беседке буду вроде. Да, вот я в беседке. Позвоните снова родителям, я в курсе. Осторожно, сматываемся отсюда, не дотыкаемся ни на каких эльфов с оленями. Да ты... Чмырь! Да ты задолбал! Ты паскудный эльф! Чёрт! Ой-ой-ой, Олеша. Эльф! Твою дивизию. Ну ладно, сейчас ты меня получишь. Вот тебе водичкой. Блин, все, сейчас будет последний заряд. Бежим! Я смотался от эльфа. Супер! Теперь он где-то там. А, вылетел! Так. Эта дверь на замке. В смысле? А как же я домой тогда попаду? А, тут же вроде окно есть. Да, во-во-во. Сейчас через окно проскочу. Ты! Да ты чертила! Беги! Ты откуда там взялся? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ты, блин, сукин сын, откуда ты взялся у меня дома? Чё тебе надо у меня дома? Откуда ты там взялся вообще? Ты же только что был в лабиринте. Окна закрыты. Должно было быть тогда хотя бы... Иначе как бы ты ко мне пробрался? От хитрюга. От хитрюга. Олень. Ну, здорово, чувак. Ой. Чувак. Ты меня пропустишь, я надеюсь. Твою дивизию, эльф. Ай, олень.
Ну, потому что я обернулся, он на меня напал первым. Ну да, это пипец. Это, конечно, пипец. Steam запускается у меня постоянно почему-то. Вот почему? Эльфов никаких не видно с оленями. Но эльфа-то можно заметить, а вот оленя хрен заметишь отсюда. Так. Я бы мог попасть внутрь дома через окно. Ой! Ты... Вот паразиты. Дверь же заперта, они умеют открывать. Паразиты, вот паразиты, блин. Так. Ну все. Твою мать. Эльф. Чё? Сука, он меня спалил. Смываемся. Что, олень? Вот я и дома. Я надеюсь, так просто сюда эти твари не залетят. Итак, звоним родакам. Но сначала укрытие откроем на всякий пожарный. Тут до сих пор еще третий аниматроник не пришел. Крампус. Мне кажется, он сейчас будет. Так. Ну что, звоним родакам. Что происходит? Почему вы не отвечаете на звонок? Пожалуйста, возвращайтесь прямо сейчас. Странные существа преследуют меня. Да хорошо, не беспокойся. Мы будем там к 2 часам ночи. До встречи. Так. Мои родители никогда не верят в то, что я говорю. В любом случае, я должен обойтись без них до 2 часов ночи. Выжить до 2:00 ночи. Все. Сейчас придет Крампус. Это я знаю. Прохождение смотрел. Нужно найти какое-нибудь беспалевное место. О, все, пришел Крампус. Олень? Нет, там прошел олень, а сейчас Крампус тоже придет. Двенадцать десять время только. Ну чё ж, будем ждать.
Буду пока базарить о том, о сём. О, слышали? Рык. Это значит, Крампус идет. Он еще ловушки будет делать. Будет подкладывать типа подарки, но на самом деле это ловушка. Ай ты, падла, блин, спалил меня. Нет, надо найти какое-нибудь другое беспалевное место. О, вспомнил. Когда я смотрел прохождение Куплинова, он спрятался там на террасе под столом. Там-то меня ни один этот чмырь не спалит. Я так думаю. Так. Вот. То самое место. Присели. Нет. Блин, как-то он не так спрятался. Здесь палевно слишком. Так, а где, интересно, появится Крампус? Я еще не посмотрел, как он выглядит. Нет, ну я точно помню, что Куплинов всю... О! Рык Крампуса. Он явился. Но где он? Я так понимаю, слабости у него никаких нет. От него надо просто убегать, если он меня вдруг спалит. Так, я надеюсь, ни один идиот из этих троих не прилетет сюда или не прилетит. Так, сколько у нас времени? 12:25. Да, нам еще до двух ночи держаться. Ну, вроде сюда никакой идиот. А, Крампус! Черт! Я его видел. Он тяжело так ходит и быстро бегает. Вон он! Видели его с рогами и коробом? И свет вырубает постоянно. За собой. Спрячемся, вдруг он пойдет назад. Блин, он идет назад. Он сейчас подарки вот эти вот ловушки будет подкладывать. Это я знаю, смотрел прохождение. Он топает как мамонт. Давай, иди отсюда, чертик рогатый. Так, я не понял, он что, только тут ходить будет? Нет. А, нет. Нет, 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 нет. Олень. Блин, блин, блин. Прячемся. А место это все-таки хорошее. Вон меня никто не палит. Ни Крампус, ни олень. Осталось дотерпеть еще один час. Блин, а вот эльф может спалить. Он собака с воздуха все увидит. Вон там было, осталось дотерпеть еще один час. Ну давайте. Мы прорвемся. Я верю. Ой, олень, Крампус. Вон он подарок положил. Блин, я не пойму, у него только красным глаза, что ли, светятся? Или попеременно? У него то желтым, то красным. А! Он вошел в комнату. Ой, эльф. Твою мать! Ну ты, зараза, мне совсем немного оставалось. Нет, надо выбрать какое-то другое место.
Шкаф! Точно! В шкаф ни один долбоящер не сунется. Ну, Эль, не мере точно. А вот Крампус... Насчет Крампуса я не знаю. Он-то... Пиздец мне придет. Так. Осталось дотерпеть еще один час. А, не. Вот чекпоинт. Чё? Блин, я не могу залезть в шкаф. Ну, давайте хотя бы полюбуемся на Крампуса. Хочу посмотреть, как он пугает. Вот он. О, блин. Я не увидел, как он пугает, зато я увидел его внешность. Эй, ты, чертила. А, эльф прилетел, блин. Нет, надо найти какое-то укрытие. Какое-нибудь другое укрытие, что ли? Мне совсем немного осталось до конца игры. В Момо играл. Да и Кейс Аниматроникс. Что Момо, что Кейс Аниматроникс, тут один и тот же геймплей. Самый главный... Там в конце надо выжить. О! Тоже хорошее место. Надеюсь, здесь они меня не найдут. Все, просто ждем. Мы просто ждем. В случае чего, жух-жух и прячемся. Ой, Крампус сюда идет. Нет, но он в эту комнату не решил заглянуть. И слава богу. Так. 1.10. Ой, зато олень. Пожалуйста, бяшка. Не пали меня. Давай с тобой вдвоем тут. Постоим. Хотя тут может эльф прилететь. И все испортить. Ладно, бяшка, давай сидеть с тобой. Блин, игра что-то жутко лагает. Точнее, не лагает, а вот сейчас FPS постоянно скачет. Почему-то. Да, комп у меня, я уже говорил. Так себе. Эльф залетел. Ну все, сейчас он меня убьет. Готовьтесь к скримеру. Чё, нет? 1.20 еще только. Черт, а мне ведь еще терпеть, терпеть. Эльф! Ну все, готовьтесь к скримеру, сейчас он меня убьет. Нет? Ну это пипец. Надеюсь, я тут так и просижу с этим оленем. И никто сюда больше не зайдет и не залетит. Ни Крампус, ни эльф. А вон он рычит. Да, Крампус это даже не аниматроник, это как будто реальный черт. Вот этот демон. Интересно, что ж я такого натворил, что он ко мне пришел? Да еще и со своими дружками. Эльф! Готовьтесь к скримеру. Или это не эльф? Вон он летел. Чё, заметил? Самое главное, чтоб он сюда не залетел. Вот тогда я проиграю. А я уже долго здесь сижу. Он Крампус топает, как мамонт. Блин, ну все, сейчас меня убьют. О! Что, нет? Крампус меня не спалил?
А, блин. Да я не видел, кстати, скример Крампуса. Но не хочу его увидеть. Не хочу. Я уже очень долго сижу здесь и хочу, чтобы так и продолжалось. Чтоб меня никто не палил, и я спокойно досидел до 2 часов ночи. Эльф. Ну сколько там? 1,55. Еще чуть-чуть. Черт, эльф! Только не ты! Ну блин, мне оставалось всего 5 минут, паскудина! Эх-эх-эх-эх-эх. Оно выбрал зашибенное. Я бы просидел эти последние 5 минут, если б не этот сука. Значит, надо искать другое место. Опять под столом. Ну давайте уж лучше под столом посидим. Под этим. Самое главное убегать от эльфа. Крампуса-то с оленем можно не бояться, а вот эльф. Он сволочи этакий. Гад. Крампус! Он чё, в окна заглядывает? Или это эльф? У него... Я не понял, у него попеременно светятся глаза то красным, то желтым. А, нет, это он подарок саданул, ловушку. Но он сейчас так и будет тут туда-сюда ходить. Что, эльф? Олень. Блин, он меня слишком близко подошел ко мне. Блин, а где же еще тогда спрятаться? Нужно найти какой-то супер-пупер беседка или подвал. Кухня. Крампус! Ну сейчас посмотрим, как он меня убьет. Вот это рожа у него. Так, язык-то какой, блин, длинный. Понял, Крампус приходит сюда. Значит, туда лучше. Блин. Черт, Крампус! А, нет, все-таки это аниматроник. Вон я у него эндоскелет видел. Все-таки это аниматроник. Все-таки это падла аниматроник. Ну чё, давайте все-таки выживать. Попробуй снова просидеть тут. Быть может, в этот раз у меня получится. О-оу, пяшка. Нет, сюда он не идет. Ч
Черт, это эльф. Он улетел. Но он обещал вернуться. Что? Пяшка? Нет, 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 Пяшка, не заходи сюда, умоляю тебя. Не заходи сюда, пожалуйста. Нет, он все-таки сделал. А, нет, это Крампус. Да, он обычно сюда не заходил. Че это вдруг его побудило сюда зайти? Так, ладно. Ставлю пока на паузу. Короче, ребята, я нашел здесь такую классную нычку. Меня здесь только олень нашел. Ой, нет, 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 нет. Только, блин. О, нет, я выжил. Ура, я выжил. Все. Я выжил. Вон приехали родители. А эти трое сидят вон на крыше. Че, обломались? Да, все-таки сумел я выжить. А, стоять, это еще не все, концовка. А, ну мне кажется, он сейчас ко мне придет, этот Крампус. Вот стопудово. Никого. Опа! Вылез. Да-да-да-да-да. Да, жалко. Все-таки он меня грохнул. Или не грохнул, не знаю. Загрузка. Да. Немножко мрачный или не мрачный. А, так это еще не конец. Я тут где-то. Нет, я где-то лежу. А где? Это что? Тюремная камера? То есть Крампус меня не убил, а принес куда-то в свое логово, что ли? А я-то думал, это конец был. Ага. Фиг тебе вот такое, а не конец. Что это за место? Я должен убираться отсюда. Цель — выйти из клетки. Так. Дверь. На замке. Ну так я, собственно, и знал. Здесь унитаз. Что? Что он сказал? О, водичка льется. Только зачем мне это, я не знаю. Ну ладно, на этом все, наверное. Проходить логово Крампуса будем в следующий раз.